Подобные спортивные события в Ульяновской области – большая редкость. За всю историю Ульяновской «Волги» матчи против команд сильнейшей российской лиги можно пересчитать по пальцам одной руки. Именно поэтому поединок против «Урала» в городе ждали с большим нетерпением. Около 4000 билетов были раскуплены задолго до начала матча. При этом детей до 12 лет пускали на трибуны стадиона «Труд» бесплатно. Именно поэтому среди болельщиков было много юных футболистов. Дети футбольного клуба «Нефтяник» Новоспасска. Вот, у нас большой клуб, более 200 детей у нас в клубе. Имея возможность, а такие у нас возможности есть, не приехать, им поболеть в такой игре за нашу любимую команду «Волга», я думаю, что мы не можем сидеть в этот день дома. Мы приехали болеть. «Урал» приехал в Ульяновск самым боевым составом. Еще недавно эти футболисты играли против «Спартака», «ЦСКА», «Динамо» и «Локомотива». А теперь штурмовали ворота «Волги». И делали это очень результативно. Уже на 15-й минуте встречи лидер уральских атак румын Эрик Бекфалви выдал голевой пас на форварда Андрея Панюкова. И тот не промахнулся. А в концовке тайма уральцы заработали и пенальти, который реализовал все тот же Панюков. 2-0 в пользу гостей к перерыву. Ну, «Волга» играет хорошо, но судьи, видно, сегодня благосклонны к гостям, на наш взгляд. Первый гол, там рука была, и пенальти непонятно. А так, на 0-0 первый тайм. Вперед, мой клуб! Вперед, родной! Мы за тебя стоим горой! Вперед, мой клуб! Вперед, мой клуб! Тебя всегда победы ждут! Как ни старались ульяновские фанаты, но напугать игроков «Урала» боем своего барабана не смогли. Несмотря на отчаянные попытки ульяновцев размочить счет, они действовали очень уверенно в защите, а в концовке встречи еще раз преуспели в нападении. Вышедший на замену Давид Караев поставил точку в этом кубковом матче. 3-0 в пользу «Урала» на радость фанатам из Екатеринбурга. Урал наш! Урал наш! Урал наш! Спасибо всем огромное, то, что пришли и поддержали команду. Вот. Ну, единственное, что результатом, конечно, недоволен, а так игра, в принципе, наверное, я думаю, что всем понравилась. Ну, если честно, считаю счет не по игре, конечно. У нас были моменты, могли забивать, и сами ошиблись, а команда премьер-лиги наказала нас сразу за такие ошибки. Команда «Волга», подгоняемая своими болельщиками, достаточно хорошо играла. Я же качеством... игрой своей команды не совсем остался доволен. Да, выиграли, приятно, это здорово. Побеждать всегда приятно. Но хотелось бы более качественную игру именно в созидании. Несмотря на поражение, «Волга» еще раз сыграет в Кубке России. 30 сентября на своем поле ей принимать команду ФНЛ «Велес» из Подмосковья. А ближайшую встречу первенства ПФЛ подопечные тренера Рината Аитова проведут уже в воскресенье, 20 сентября. Соперник – «Носта» из Новотроицка. Михаил Рсашанский, «Новости Улправда ТВ».